тысяч! Всем привет! Приветствую вас в новогоднем выпуске мифов, в котором мы верим! И все. Ну, нет снега, нет хлопушки. Вроде зима, а на улице снег не валялся, только пьяницы. Разве что. Праздник к ним приходит, так сказать. Да, ни для кого не секрет, что в праздники увеличиваются продажи и количество выпитого алкоголя. Люди могут быть трезвенниками, но все равно, возможно, хряпнут в честь какого-нибудь эпичного застолья. И вот если вы из таких, то у меня для вас есть бесплатный совет по такому поводу. Не бухайте, блять, когда холодно. Не за что, с вас подписка на канал. Об этом я еще расскажу, но сейчас увлекательная история про собачек. Знаете такую породу сен-бернар? Если вы вдруг будете искать фотографии этих потрясающих собачек, то рано или поздно наткнетесь на вот такие, где они изображены с бочонками на шее. Этих фотографий просто тысячи. Дело в том, что эти собаки использовались для спасательных операций в Альпах. Они очень помогали людям в поисках. Так как собаки часто сами находили людей, у них в бочонке хранился алкоголь для того, чтобы согреть тело, и потеряшка смог дождаться спасательную бригаду. Вау, теперь я понял, это не тренировка заставляет таскать хозяевам пиво, это собаки просто спасают людей. Ни хрена себе. А теперь забудьте нахрен, что я сейчас сказал. Дезинтегрируйте эти воспоминания и сделайте вид, что такого никогда не было. Эта картина, с которой все началось, не повторяет какой-то момент. Это чистая выдумка автора, которому было, кстати, 18 лет на тот момент. Охренеть, мне бы так рисовать. Его звали Эдвин Лансир, и он нарисовал этот бочонок просто так. Захотелось! И придумал ему историю, что там хранился бренди. Красава. Этот бочонок с алкоголем неплохо так влился в поп-культуру. Сначала другие художники перенимали этот бред, потом были рассказы очевидцев, сейчас есть Том и Джерри и Плуто, например. В этих мультиках четко показано, что же находится внутри этой штуки и как оно помогает согреть замерзших бедолаг. Прям по всем фронтам втирают дичь. А на деле-то никто и никогда не вешал на собак такие бочонки. Но миф-машину было не остановить. Вот смотрите, самого популярного сен-бернара звали Барри, и он спас 40 человек. И теперь в Бернском музее естественной истории стоит чучело этой легендарной собачки. И угадайте, что у нее на шее. Правильно, миф собственной персоной. Музей 12 из 10, прям все, достоверная инфосотка. А сейчас почему есть такие фотографии? Да потому что это покупается. Сувениры, фото с собакой-спасателем, весь набор прям. Ну, а почему бы этому не быть правдой? Что такого? Алкоголь ведь действительно согревает. Есть даже слово такое в словаре – сугрев. Означает чуть-чуть хряпнуть алкоголя, чтобы согреться. Логично. Нет. Это вы только думаете, что согрелись. Алкоголь вызывает расширение кровеносных сосудов, это приводит к приливу крови, чувству тепла. Именно это чувство укоренило опасный миф о том, что алкоголь согревает. А на самом деле вообще все наоборот. Температура тела быстро снижается, поэтому очень опасно бухать по морозу. Даже не заметите, как получите переохлаждение. Ну, а вот теперь представьте, если бы у сен-бернаров в бочонках действительно был бы алкоголь. Отряд собак-убийц. Я бы снял такой фильм. Найдите этих ублюдков. Вот как одна картина смогла повлиять на всех собак этой породы, так и рассказы о том, как согревает алкоголь, влияет на количество проблем, связанных с этим. Этот выпуск, помимо того, что будет интересным, так еще и очень полезным. Так что вот вам хороший совет, если не хотите откинуть копыта в Новый год. Если уж вздумали упиться на улице и упасть в сугроб, то держите неподалеку трезвого братишку, который сможет вам помочь, если что вдруг. Кстати, о сугробах. Хотелось бы следующий сюжет посвятить снегу. Это, наверное, единственное, почему вообще можно ждать зиму. Только, видимо, она так и не наступила. Скорее, наступил какой-то говнопокалипсис, судя по тому, что я вижу за окном. Но суть не в этом. Я в детстве после школы, когда шел домой, очень любил хавать снег. Что вы меня так смотрите? Многие это делают. Дети вообще это дело обожают. Да какая разница? Вода все равно. Что она мне сделает? Так вот. Исследования выяснили, что снег впитывает в себя вообще все дерьмо от загрязненного воздуха, и там чего только нет, и разумеется, он только на вид белый, а на самом деле каждая снежинка это вот прям маленькая мусорка. Когда она летит, она уже собирает гадость от выхлопов машин, а когда уже лежит, то вообще в разы больше. А вы попробуйте на детской площадке в городе снег в ведро набрать, прийти домой, растопить его и показать ребенку, что там, помимо всего прочего, будет плавать всякая нечисть от маленьких кусочков чего-то, например, фекалий собак.
Да палочек, валяющихся просто на дороге. Ладно, сам покажу. Саш, тут такое дело? Да, все сделаю, окей. Жень, как будто подгадал, сегодня всю ночь шел снег. Сейчас мы его и отберем. Но сначала наденем перчатки, не обычные ворсиночные, чтобы грязи туда не нанести, а специальные лабораторные. Пошли набирать снег. Саша, ведущий канала «Химия просто», любезно согласился предоставить свой снег и даже растопить его в лаборатории. Хочу сразу отметить, что это свежевыпавший снег, а мы уже видим в воде всякую мелкую гадость. Но это еще не все. Если эту воду отфильтровать, то мы увидим достаточно стрёмную картину. Понравилось? Тогда вам намного больше понравится снег, который полежал пару дней. Но на вид тоже очень белый. Ах! Вы бы пили такую воду? Вряд ли, братан. А что, если эту фильтрованную воду проанализировать? Итак, у нас есть два образца с топленым снегом. Их мы проанализируем на масс-спектрометре с индуктивно связанной плазмой. Анализ нам проведет Маша. Давай. Содержание большинства обнаруженных элементов достаточно маленькое. Однако некоторых элементов на фоне остальных достаточно много. Много углерода. Это говорит о том, что в воде была какая-то органика. Какая именно, сказать нельзя, так как масс-спектрометр разобрал все вещества на отдельные атомы, а затем посчитал их. Так что в воде могла быть и нефтехимия от автомобилей, и какие-то бактерии, и банально растворенный углекислый газ. Так что такую воду, как минимум без тщательной фильтрации и кипячения, я бы пить не стал. На самом деле, все найденное в воде также подтверждается исследованиями. Просто мне хотелось наглядно показать, чтобы было интересней. А каналу «Химия просто» отправляется заслуженный лайк и подписка. Там интересно, поверьте. Разумеется, речь про города и населенные пункты в основном, но мысль понятна. Чем больше загрязнений в городе, тем более не рекомендуется хавать снег. Особенно, если он желтый. Но что делать, если вы остались одни в горах, вокруг вас снег и метель, а пить хочется? Наверное, нужно все-таки восстановить нехватку необходимого для жизни H2O любым способом. Все верно. Только жрать снег, опять же, не лучшая идея. Видите ли, в снегу очень много воздуха и мало воды. Ведро снега — это далеко не ведро воды, к примеру. Так что, чтобы нормально попить, нужно сожрать достаточно много, а он вообще-то очень холодный, если вы вдруг не знали. Поэтому, съедая много снега, вы тем самым снижаете температуру своего тела, а это может усугубить и без того возможное переохлаждение. Это совершенно базовые предупреждения для экстренных случаев. Разумеется, снег — это лучше, чем воды бы вообще не было. Но, понятное дело, будет безопаснее, если вы эту воду сначала растопите любым способом, как это делают выживальщики. В общем, главное иметь голову на плечах и соблюдать баланс. Не остаться обезвоженным и, плюс ко всему, не замерзнуть насмерть. Блин, наконец-то снег. Блин, я бы не советовал, там столько всего непонятного может быть. Я же говорил. Так что, будь вы в горах в экстремальных условиях, будь вы в городе, снег лучше не кушать. А лучше вообще дома сидеть, укутавшись в плед, с чашкой какаушки и думать о нем. А потом уснуть и проснуться желательно где-нибудь весной. Да. Я, правда, с радостью бы поспал больше, чем положено. И я пытаюсь. Лежу там, считаю овец. 98 овец, 99 овец, 100 овец. Я не могу уснуть. От этого подсчета только вопросов больше в голове появляется. Почему мы считаем именно овец? И помогает ли это действительно заснуть? Кто вообще это придумал? Ну, точной версии, почему мы считаем именно овец, нет. Но самое популярное предположение связано с пастухами в средние века. Каждый раз они должны были держать в голове количество своего стада. Поэтому каждую ночь перед сном они подсчитывали своих овец, чтобы убедиться, все ли на месте. Сама идея-то логичная. Подсчет овец — это так скучно, что вы просто вырубаетесь. А вот хрен там плавал. Исследователи из Оксфордского университета набрали людей с бессонницей, разделили по группам, каждый из которых они предложили использовать разные техники засыпания, ну а затем наблюдали, что же на самом деле помогло им быстрее отключиться.
Одной группе предложили представлять всякие расслабляющие сцены, например, водопадик, там, пляжик, а вот другой как раз-таки предложили посчитать что-нибудь. В результате люди, которые мысленно улетели к красивым пейзажам, уснули на 20 минут раньше, чем обычно, а вот ночным пастухам потребовалось намного больше времени. В общем, вывод сделали такой, что это лекарство от бессонницы ни хрена не работает, потому что это слишком скучно даже для сна. Прикиньте, столько народов пользуется этой байкой, она уже столько лет не актуальна. Да, она и никогда и не была актуальной. Кстати, о байках. Да не об этих. Думаю, многие слышали рассказы о том, как человек, испытавший сильнейший испуг или стресс, вмиг мог стать седым. В своей жизни я тоже встречал такие истории. Один друг семьи после военных действий вернулся домой полностью седым. По крайней мере, так все говорили, ведь это, без шуток, одно из самых страшных потрясений. В итоге, сейчас это служит художественным приемом, который может показать внешние изменения от сильного ужаса и стресса. И внезапная седина сейчас называется синдромом Марии Антуанетты. И не просто так. В 1793 году свергнутая королева Франции Мария Антуанетта, которой вынесли смертный приговор, вышла к гильотине с совершенно белыми волосами. Говорят, что она посидела в ночь перед казнью. Также в 1535 году английский юрист и философ Томас Мор быстро посидел, ожидая своей казни в Лондонском Тауэре. А в 1982 году пилот Эрик Муди столкнулся с тем, что у лайнера отказал сначала один двигатель, затем второй, а через несколько минут у самолета не осталось ни одного работающего двигателя. Он не растерялся и совершил аварийную посадку. Но после происшествия Эрик заметил, что челка на его голове стала седой, а затем поседела и вся голова. Загадочно. Получается, что это все правда, раз столько историй происходило, и все вокруг уверены, что посидеть вмиг возможно. Ну, давайте разберемся с этими историями для начала. Пилот посидел после экстренной посадки, да. Спустя год, они забыли добавить. Я тоже как-то обнаружил седой волос у себя, знаете, после чего? После того, как туалетная бумага закончилась. Ужас, да? А однажды я вообще посидел после того, как покрасил волосы. Ну, вы понимаете, в общем. Томас Мор тоже просидел в Лондонском Тауэре примерно 15 месяцев. Все помнят его одним, а вышел такой седой, и все такие, опа, как же так вышло. Короче, время сделало свое дело со стариком. А насчет Марии Антуанетты самое интересное. Во-первых, с момента заключения до момента казни прошло несколько месяцев. Во-вторых, все эти истории никогда не отмечают одну деталь. Очень задолго до приговора сообщалось, что она уже теряла волосы, и не один раз, а также использовала светлые парики. По сути, она могла давно потерять волосы или посидеть, но тщательно скрывать. А камера заключения — это ни хрена не салон красоты, там такое не прокатят. Ну и в-третьих, раз уж она уже теряла волосы, то, возможно, у нее была очаговая или диффузная алопеция. Это когда волосы выпадают в определенных участках или по всей голове. Но сам прикол в том, что выпадают в основном пигментированные волосы, а седые могут остаться. И вот, в принципе, ответ. Диффузная алопеция очень даже объясняет внезапную седину. Ведь одним из факторов является в том числе и стресс. Да, стресс способствует выпадению волос, а не перекрашиванию их, причем в короткие сроки. Цитата! В случае диффузной алопеции у пациента наблюдается потеря темных волос, как правило, в течение короткого периода времени. Поэтому пациент остается только с белыми волосами, создавая иллюзию изменения цвета на белый. Так что фразы в стиле «вмиг посидел» уже не актуальны. «Вмиг полысел» еще более-менее. А поэтому не стрессуйте, а то еще полысеете или, того хуже, потеряете не только волосы, но еще и нейроны. Они ведь не восстанавливаются, помните, нам об этом всегда говорили. Значит, забудьте. Мы, конечно, привыкли к рассказам о том, что мы рождаемся с одним набором нервных клеток, и надо чуть ли не следить за их количеством, чтобы случайно не потерять все. У меня что, есть какой-то счетчик? Как это вообще должно работать? Тем более, если учесть, что мы нервные клетки теряем даже когда просто существуем. Но смотрите, еще в 60-х годах, вы представьте, биолог Джозеф Альтман описал изменения в гиппокампе крыс, предположив образование новых клеток, то есть нейрогенез. Но вот незадача, ему никто не поверил. Спустя два десятка лет Фернандо Ноттеп, исследуя певчих птиц, обнаружил, что у канареек есть область мозга, ответственная за обучение новых мелодий. Он заметил, что в этой области у птиц появляются новые нейроны. Даже у взрослых животных происходит так называемый взрослый нейрогенез. Со временем обнаружилось, что и у человека, как у многих других животных, он присутствует. Возможно, причиной того недоверия служит незначительность этого процесса, проходящего только в нескольких областях мозга – обонятельной луковице, гиппокампе и мозжечке. И в те бородатые годы ученые просто не заметили прирост новых клеток, поэтому и подумали, что новых и не появится.
Они образуются в определенных вышеперечисленных участках мозга, а потом карабкаются совсем недалеко и там разбивают лагерь. То есть нервные клетки все-таки восстанавливаются, только в определенном радиусе, так сказать. Большая часть мозга, конечно, осталась без новичков, зато в гиппокампе, который отвечает за переработку информации для ее дальнейшего запоминания, вовсю идет вечеринка, и там появляются все новые и новые нейроны. Ну и супер. Но что насчет стресса? Он действительно сильно влияет на нейрогенез. Тут нам не врали, оказывается. Так что старайтесь не паниковать по пустякам. Стресс замедляет образование новых нервных клеток, а не прекращает его полностью. Что же делать? Мы же не хотим хоть что-то терять, кроме лишнего веса, да? Физические нагрузки, хобби, увлечения, изучение языков, путешествия, наука, самообразование — все это благополучно сказывается, да. Чувствую себя, знаете, чуваком, который собрал олимпийский и говорит там самые банальные вещи в мире. Вы восстановили 125 нервных клеток. Нормально. Ай, сука! Вы потеряли 500 нервных клеток. Да блин. То бишь, что мы выяснили? Нервные клетки не восстанавливаются — это действительно научная теория, которая очень давно устарела, но при этом осталась в головах людей, которые из поколения в поколение передают эту дезинформацию. Они восстанавливаются, но не везде. Надеюсь, они с лихвой восстановились у того ученого, который это открыл, ему не поверили, и ему пришлось заняться изучением чего-то другого. Я бы вряд ли оправился. Особенно перед Новым годом. Для меня безумный стресс выпустить в декабре побольше роликов. Кажется, что у меня во время монтажа начинается синдром Туретта. Синдром Туретта. Впервые я узнал об этом синдроме из фильма «Мужчина по вызову», где в красках рассказали, как это работает. Хороший день. Да. Засунь тебе это в задницу! Яйца потные! Дупло! Жополис! После этого я слышал об этом в фильмах огромное количество раз, и все время акцент был только на одном. Люди с синдромом Туретта ругаются матом. Много и непроизвольно. Знали бы вы, как это пагубно сказывается на людях, у которых реально есть такой синдром. То, что нам показывают в фильмах, никак не связано с настоящей болезнью. Выкрикивать матюки — это всего лишь симптом, который называется капралалия, что дословно переводится как говёная речь. Но если уж мы говорим про синдром Туретта, то всего от 10 до 30% людей с этим недугом встречаются с непроизвольным выкрикиванием матерных слов. Да и не только матерных, иногда просто любых слов. Вот эта девушка, например, говорит слово «бисквит» постоянно. Biscuit, biscuit. I have Tourette's syndrome. Biscuit, a neurological condition. Biscuit that causes involuntary biscuit movements and noises called tics. Biscuit, hedgehog. Biscuit. Вот взгляните на этого парня. У него синдром Туретта, но он говорит, что когда поет, то это его не беспокоит. Но сразу после этого начинается тик. Wow, man. When you sing, you don't have the tics. Yeah, that's probably one of my the things that I'm most grateful for is that when I sing, it just goes away because it gives me a break from actually ticking. Голосовые и множественные двигательные тики — это как раз то, что включает в себя синдром Туретта, но это не обязательно значит ругаться матом. Я пересмотрел множество визуальных материалов на эту тему, увидел, как очень выраженные тики, от которых реально становится не по себе. Но еще увидел много таких, на которые ты не будешь смотреть косо. Например, многие свистят, hey! Показывают факи и даже козу. А у некоторых это настолько не выражено, что вы бы даже никогда не сказали, что с ним что-то не то. Вы ведь не думали, что у Билли Айлиш может быть синдром Туретта? Some of the songs, Take me back to the beginning. No. You've had that... Funny interview. It was... Она сама призналась, что он есть. I'm sitting there answering the questions like, uh-huh. They start asking me questions, and I'm like... And then everyone's like, that's so funny! Yeah, when really it's just a bunch of tics. Что самое интересное, нам тысячи раз показывали синдром по телевидению и почти всегда неправильно. А теперь вспомните серию Соус Парка, в которой Картман матерился и оправдывал это синдромом. Жопой! Вонючей жопой! Я хочу сообщить вам, что не могу это контролировать. Но реальные люди с синдромом там показаны более-менее достоверно, что отметила ассоциация синдрома Туретта. Синдром — это как кашель или чихание. Это не зараза, хотя этого боятся. У людей с синдромом Туретта могут быть самые разные тики. Например, мой тик.
Из всего нахрен показанного больше всех к делу подошли сценаристы стебного мультика South Park. Вы только представьте! А все потому, что не все то золото, что блестит. Пора бы уже это понять. Хотя речь только про одну сцену, если честно. В остальном же опять постное дерьмо про матюки. Популярная культура сделала свое дело, но не дайте себя обмануть. Вдруг я тоже обманщик. Поэтому всегда все проверяйте. Кстати, там на мерч скидки новогодние, и вот это я как раз не обманываю. Но на сегодня остался только один миф, который нужно разоблачить, потому что это уже просто невозможно. Представляете? Некоторые люди говорят, что игру Raid Shadow Legends не все ютуберы рекламировали. Такой бред, я вообще не понимаю, кто в это верит вообще. Вот, смотрите. Raid Shadow Legends — это коллекционная пошаговая RPG-игра, которую обожают по всему миру. И она только что была номинирована как финалист на премию Google Play Best of 2019 Awards в категории «Выбор пользователя». В игре более 400 чемпионов, и каждый месяц появляется минимум 14 новых. А еще существует более миллиона вариантов прокачки. В игре постоянно раздают плюшки за прогресс и участие в турнирах. А еще она совершенно бесплатная. Ну, что я говорил? Это настолько легко разрушаемый миф, что мне даже не пришлось стараться. Качай рейд только по моим ссылкам и получи 50 тысяч серебряных монет и эпического чемпиона. А еще получи хорошее настроение от такой интеграции. Есть еще. Спасибо. Получи хорошее настроение от такой интеграции. Ну пойдет. Блин.